Сегодня мы найдем грань между светом и тенью. С этим справится сборка из 8 аналоговых датчиков линии. Самая зрелищная и азартная дисциплина в робототехнике – езда по линии. Суть проста. Робот, отслеживая линию под собой, должен проехать трассу быстрее других участников. Алгоритм управления на первый взгляд очень простой. Когда линия оказывается под левым датчиком, робот поворачивает в левую сторону, когда под правым – в правую. Но обычная пара датчиков может потерять линию из виду, когда робот несется на высокой скорости. Проблему решит Line Follower – комбо из 8 аналоговых датчиков линии. С их помощью робот сможет безошибочно различать контрастные объекты под собой. Например, ту самую черную полосу на трассе, замедляя робота на извилистых участках и разгоняя на прямых. По сути, сборка состоит из 8 сенсоров, подключенных к GPIO-экспандеру. Можно было бы гонять и так, но компактнее, да и легче запихнуть все это в один модуль. Кроме самих датчиков, здесь распаяна все та же STM-ка с 12-битным АЦП, что и на экспандере. А вместо потенциометров установлены два операционных усилителя. С их помощью можно программно регулировать чувствительность робота. Так, добавив датчик освещенности, можно автоматически калибровать Line Follower для различных уровней освещенности на трассе. Программно можно управлять и яркостью свечения ИК светодиодов. В паре с регулировкой чувствительности это даст дополнительную гибкость в настройке робота. С управляющей платой модуль общается по E2C, не занимая дополнительных пинов микроконтроллера. Можно добавить еще один такой лайн-сенсор и еще, и так хоть до 127 модулей. Для общения со всеми ними достаточно все тех же двух проводов и не проводом больше. Питание модуля стандартное, от 3,3 до 5 вольт. За это отвечает встроенная DC-DC-шка на 150 мА. К тройке шилду лайн-сенсор подключается двумя шлейфами, а для крепления к роботу на торцах мы сделали 6 ушек под винты М3. Кроме черных линий на белом фоне, сенсор различит 4096 оттенков серого. Все это нужно, чтобы улучшить реакцию вашего робота. Езда по линии не единственная, где нужно различать оттенки или сканировать пространство под собой. Из лайн-сенсора может получиться настоящая сенсорная панель для ввода или управления вашим устройством. Напишите в комментариях, как бы вы использовали такой модуль. Читайте нашу вики, ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся в следующих видео. Мы же в самом низком качестве пишем. Правильно.